Здравствуйте! Мы с вами продолжаем лепить персонажей из мультфильма «Ледниковый период». Слепим вот такой кусочек моря со льдинками. Также мы с вами слепим белку. Посадим ее на льдинку. На вторую льдинку мы посадим с вами вот такого вот ленивца Сида. Ну и конечно же мы слепим любимый орех белки и бросим его в море. Для этого вам понадобится кусок картона или доска для лепки. Я сегодня буду лепить из мягкого пластилина. Это товары компании Эрих Краузе. Выпускаются под брендом Artberry. Бывает он в упаковке из 12 брусочков, а также в упаковке из 6. Сейчас я вам покажу, что есть внутри. Как видите, все цвета яркие. Этот пластилин сделан на растительных компонентах. Также в упаковке есть стек, что очень удобно. А также этот пластилин продается поштучно. Вот, как видите, брусочек упакован в прозрачную пленку. Думаю, это удобно. Вы можете выбрать именно те цвета, которые вам нужны. Нам сегодня понадобится 2 брусочка белого, 2 брусочка коричневого, 1 брусочек синего и 1 брусочек черного. Также нам понадобится сегодня 1 зубочистка, стек, ну и, конечно, цилиндр. Для начала мы смешиваем небольшой кусочек белого и брусочек коричневого. Смешиваем до тех пор, пока не получится один цвет. В итоге получается вот такой светло-коричневый цвет. Ненадолго его откладываем. Берем небольшой кусочек черного и половина брусочка белого и тоже смешиваем эти два цвета между собой. Получается серый цвет. Для белки нам нужен светло-коричневый и серый. Серый ненадолго откладываем. От этого кусочка отщипываем небольшой кусочек. Вот такой. Хорошенько его разминаем и раскатываем в ладошках шар. Шар готов. Ненадолго его откладываем. Отщипываем опять небольшой кусочек, чуть меньше предыдущего. И тоже разминаем, раскатываем в ладошках сначала шар, а потом на картоне небольшую колбаску. Вот такую. Теперь эту колбаску присоединяем к шару, сильно надавливая. Вот так. Нам остается место соединения хорошенько разгладить пальчиком. Вот что в итоге должно было у вас получиться. Ненадолго откладываем. Берем небольшой кусочек светло-коричневого, делим пополам и раскатываем 2 шарика. Вот такие. Теперь эти шарики нам нужно присоединить. Первый шарик присоединяем с левой стороны вот таким образом. Второй шарик присоединяем с правой стороны. Ну а теперь все хорошенько разглаживаем пальчиком. Вот такая форма должна была получиться. Теперь на картоне вот таким вот образом выравниваем низ. Низ мы с вами выровняли. Теперь нос вот в этой части мы сужаем вот так вот пальчиками, видите? А теперь меняем форму головы. Тоже пальчиками как бы сдавливаем вот эту часть. Вот что должно получиться. Ну а теперь все неровности разглаживаем пальчиком. Вот эти боковые выступы по краям нам нужно отодвинуть немножко назад. Отодвигаем вот так пальчиками. Сначала с одной стороны, а теперь с другой стороны. Все неровности поправляем пальчиком. А сейчас мы с вами будем рисовать рот белки. Для этого берем стек, отмечаем спереди вот так вот линию рта. Ну а теперь аккуратно в одну сторону рисуем. И в другую.
Чтобы линия была глубже, можно стеком пройтись еще раз по этой линии. Вот что в итоге должно было получиться. Теперь нос белки вот таким вот образом сгибаем вниз. Берем небольшой кусочек белого, раскатываем из него шарик. Вот такой. А теперь на картоне небольшую колбаску. Делим эту колбаску пополам. И из каждой из этих половинок раскатываем шарики. Думаю, вы догадались, эти два белых шарика – это глаза белки. Берем небольшой кусочек черного, вот такой, раскатываем маленькую колбаску. Теперь эту колбаску делим пополам. И из этих половинок раскатываем шарики. Как видите, шарики получились очень маленькие. Берем первый шарик и присоединяем к белому. А теперь надавливаем. Вот такой глаз должен был получиться. Точно так же присоединяем второй черный шарик. Теперь берем вот такой небольшой кусочек. Раскатываем из него сначала шарик. А теперь на картоне раскатываем колбаску. Вот такую. Теперь от этой колбаски отрезаем 4 ровные кусочка. Первый. Второй. Третий. И четвертый. Берем первый кусочек, сплющиваем его. У вас должна получиться тоненькая полоска. Это будет верхнее веко глаза. Берем глаз и присоединяем вот так вот сверху. Берем второй кусочек и тоже его сплющиваем. Это у нас получается нижнее веко. И опять берем глаз и присоединяем снизу. Теперь все хорошенько поправляем. Нам остается этот глаз присоединить. Присоединяем вот с этой стороны, слегка надавливая. Теперь самостоятельно слепите верхнее и нижнее веко у второго глаза. Только нижнее веко должно прикрывать немножко зрачок. Вот, видите, нижнее веко прикрывает зрачок. Теперь этот глаз тоже присоединяем. Берем опять вот такой небольшой кусочек пластилина, раскатываем шар, потом на картоне небольшую колбаску. Делим эту колбаску пополам и из этих половинок раскатываем два шарика. Вот такие. Берем первый шарик, сплющиваем его, край этой лепешки заворачиваем. Первое ушко готово, осталось ее присоединить к голове. Присоединяем вот таким вот образом, слегка надавливая и поправляя. Второе ушко слепите сами. Вот такие ушки должны были у вас получиться. Ненадолго откладываем. Берем небольшой кусочек черного, раскатываем шарик. Это будущий нос белки. И присоединяем его вот в этой части, слегка надавливая. Поправляем. Теперь берем стек и вырезаем ноздри.
вот таким вот образом. Ну а теперь, если надо, поправляем еще немножко. Носик готов. Берем половинку зубочистки и вставляем в голову, вот так под наклоном. Теперь нам будет удобнее дальше работать с головой белки. Нам осталось сделать зубки. Для этого берем небольшой кусочек белого и раскатываем из него маленькую тоненькую колбаску. Вот такую. Делим эту колбаску пополам. Берем голову белки и стеком аккуратненько вот в этой части отодвигаем пластилин. А теперь берем первый зуб и вставляем вот в эту часть. Рядышком вставляем второй зуб. Немного их заворачиваем. Ну а теперь стеком вот так вот давим на пластилин, чтобы эти зубы хорошо прикрепились. Ну и разглаживаем все неровности. Голова белки готова. Пришло время заняться туловищем. Берем светло-коричневый кусочек пластилина, отщипываем большую часть, остается маленький кусочек для лап. Вот этот кусочек хорошенько разминаем и раскатываем в ладошках шар. Теперь из этого шара нам нужно раскатать колбаску, надавливая вот с этой стороны. Вот такая форма должна была получиться. Теперь ее сгибаем и все неровности разглаживаем пальчиком. Откладываем ненадолго, берем небольшой кусочек серого, хорошенько разминаем, раскатываем шарик, а потом на картоне длинную колбаску. Делим эту колбаску на 5 частей. Берем первый кусочек, сплющиваем его. У вас должна получиться тоненькая полоска. Эту полоску мы присоединяем вот в этой части. Теперь сверху пальчиком сильно на нее давим. Ну а теперь начинаем вот так аккуратненько разглаживать ее в разные стороны. Вот что должно было у вас получиться. Берем второй кусочек и точно так же сплющиваем его. У вас тоже получается тоненькая полоска и присоединяем вот в этой части. Ну а теперь пальчиком сильно надавливаем и разглаживаем ее в разные стороны, точно так же, как первую полоску. Спинка готова, теперь займемся животиком. У нас осталось вот эти три кусочка, они нам больше не понадобятся, поэтому их вот так вот разминаем, раскатываем из них шарик, а теперь на картоне небольшую колбаску. Колбаска готова, сплющиваем ее. Эту лепешку мы присоединяем вот в этой части, в центре, надавливаем. А теперь начинаем пальчиком разглаживать в разные стороны. Вот такое туловище белки должно было у вас получиться. Ненадолго откладываем его. Займемся сейчас хвостиком. Берем серый кусочек пластилина, хорошенько его разминаем и раскатываем в ладошках шар. А теперь из этого шара на картоне раскатываем колбаску. Вот такую.
Начинаем вытягивать ее вот так вот с одной стороны. Все неровности разглаживаем пальчиком. Точно так же мы вытягиваем эту колбаску и с другой стороны. Вот такая форма должна была получиться. Теперь эту колбаску сгибаем в двух местах, вот в этом месте и здесь. Нам остается все неровности разгладить пальчиком. Хвостик почти готов. Нам остается стеком нарисовать шерсть. Рисовать ее будем вот таким вот образом. Вот такой хвостик белки должен был у вас получиться. Берем оставшуюся половинку зубочистки и вставляем ее вот в этой части. Потом нам легче будет присоединить хвост к туловищу. А присоединять будем вот в этом месте. Ненадолго откладываем. Берем вот такой небольшой кусочек пластилина, хорошенько разминаем. Раскатываем сначала шарик, а потом колбаску. Вот такую. Делим эту колбаску пополам. Вот этот край сплющиваем у одной половинки и у второй. Берем стек, рисуем две полоски, а теперь на картоне, в том месте, где мы нарисовали полоски, делаем надрезы. У нас получается три пальца. Немножко отодвигаем каждый пальчик. Посередине мы его немножко закругляем. Отрезаем уголок с одной стороны и с другой. Теперь все хорошенько поправляем. А теперь самостоятельно слепите вторую лапу. Верхние лапки готовы. Ненадолго их откладываем. Сейчас займемся нижними. Для этого берем небольшой кусочек пластилина, хорошенько его разминаем, раскатываем в ладошках шар, а потом на картоне колбаску. Вот такую. Делим ее пополам. Берем первую половинку и вот этот край немножко вытягиваем, вот таким вот образом. А теперь на картоне вот эту часть мы начинаем немного вытягивать. У вас должна была получиться вот такая вот форма. Широкую часть мы сплющиваем вот таким образом, а нижнюю часть заворачиваем. Теперь придаем широкой части вот такую вот форму. Все хорошенько поправляем. Первая нижняя лапка готова, вторую вы слепите сами. Нам остается теперь все эти части присоединить друг к другу. Для этого берем туловище. И сначала мы будем присоединять нижние лапы. Вот таким вот образом присоединяем, надавливая на нее. Точно так же присоединяем вторую нижнюю лапу. Чтобы наша белочка не падала, нам нужно выровнять низ. Для этого ставим ее на картон и слегка надавливаем. Пришло время присоединить верхние лапки. Берем первую и вот так слегка надавливая присоединяем. Теперь ее заворачиваем и немного опускаем вниз. Точно так же присоединяем вторую. Вы можете сначала ее завернуть, а потом присоединить. Вот что в итоге должно было у вас получиться.
Теперь пришло время присоединить хвост. Все хорошенько теперь поправляем. Нам остается присоединить голову. Вы можете присоединять вот так, как я. Если вам так неудобно, вы можете снять голову, присоединить сначала зубочистку, а потом сверху поставить голову. Вот такая белка должна была у вас получиться. Ненадолго ее откладываем и займемся ее любимым орехом. Для этого берем вот такой небольшой кусочек, хорошенько его разминаем. Раскатываем в ладошках сначала шар. А теперь край этого шара вытягиваем на картоне. У вас должна была получиться вот такая вот форма. Верхушку мы выравниваем на картоне, вот так вот слегка надавливая и поворачивая. Если есть неровности, разглаживаем пальчиком. Ненадолго откладываем. Берем коричневый кусочек пластилина, вот такой. Отщипываем небольшой кусочек для ножки, а вот этот кусочек мы разминаем и раскатываем в ладошках шар. Этот шарик теперь сплющиваем. Получается вот такая вот лепешка. Немного ее поправляем и присоединяем вот так вот сверху. Теперь края заворачиваем. Нам остается взять стек и сверху на шляпке нарисовать сетку. Вот такая шляпка должна была у вас получиться. Нам остается слепить ножку. Для этого берем вот этот маленький кусочек пластилина. Раскатываем сначала шарик, вот такой, а теперь на картоне небольшую колбаску. Присоединяем эту колбаску вот так к серединке шляпки. Поправляем, сплющиваем и заворачиваем. На этом третью часть я заканчиваю, а в четвертой мы с вами продолжим. Не пропустите!